Привет, Хабаровск! Вас приветствует цифровой журнал «В курсе», журнал вашего любимого города Хабаровска. И сегодня, только сегодня, мы начинаем серию видеообзоров заведений нашего славного города. Ну и не только заведений. Поехали! Ну что, друзья, вот мы и здесь, в заведении The Kabak, которое открылось сравнительно недавно, если мне не изменяет память. И с первых минут нас встречает Нету гардеробщика. Ну ладно, если что, вас будет встречать гардеробщик. Главная достопримечательность The Kabak. А мы с вами двигаемся дальше, чтобы показать вам, собственно, все заведение, рассказать о нем, показать, как здесь классно. Ну что ж, друзья, в первую очередь хочу вас познакомить с классным интерьером. Вы, конечно, везде уже насмотрелись кирпичей, но не оценивайте заведение по одному куску, который видите. Мы сейчас вам покажем весь интерьер в целом. Он на самом деле очень крутой, современный, стильный и, главное, комфортный. Здесь чувствуешь себя хорошо и очень уютно за счет освещения и за счет, в принципе, всего декора. Я не знаю количество посадочных мест, но точно знаю, что здесь 17 столов. В принципе, заведение подходит для отдыха большой компании, для проведения торжества, праздника. Ну, также вы можете пригласить кого-нибудь на свидание, либо поужинать в компании своей семьи, друзей, родных и всех-всех-всех. Столики вам, если что, сдвинут. Ну, а мягкая зона вам точно понравится. Кстати, это мягкая зона по всему заведению. Все места мягкие, либо кресла, либо диванчики. Но не засыпайте, пожалуйста, иначе вас придется везти домой. Ну и на что еще хочется мне обратить внимание, это, конечно же, удобные деревянные столы, сделанные они единым массивом, вроде как не качается, ничего никуда не упадет, а вы будете чувствовать себя здесь комфортно, уверенно, ну и просто очень-очень хорошо. Ну что ж, я хочу, чтобы вы собственными глазами прямо здесь сейчас увидели эту достопримечательность The Kabak, эту невероятно длинную, прекрасную, без сучка, без задоринки, без заноски барную стойку. Я не знаю, какой она длины, но если бы эта барная стойка находилась на Титанике и на ней бы спасались Роза и Джек, то они бы спаслись вдвоем, а не как эта самовлюбленная барышня Роза. Угу. На самом деле хочется познакомить вас с меню. Хотелось бы, конечно, сказать, что это европейское меню, но давайте оставим в прошлом все вот эти вот градации меню по кухням, потому что сейчас во всех заведениях оно разнообразное. Хочу сказать о том, что здесь, в Кабаке, действительно очень классное меню, потому что здесь еда, ну, борщ с пампушками, куриный суп. Тут даже есть, знаете что, картофель с тремя видами мяса, со шкварками и грибами. В общем, друзья, меню разнообразное абсолютно на любого человека. Жареха вообще моя слабость с самого детства. А если еще и с корюшкой по-ленинградски, да под какой-нибудь напиточек. Позиций очень много, на любой карман абсолютно. Посидеть в компании, как я уже сказал, отдохнуть, либо вдвоем. Также можно на свидание прийти. Коктейльная карта представлена очень разнообразно. Здесь есть как классические коктейли, так есть и различные твисты на классику. Друзья, ну действительно, барное меню меня захватило. Позиций очень-очень много. Две стороны. Здесь вам на любой вкус и цвет. Пожалуйста, пейте, запейтесь, как говорится. А еще у ребят очень крутые домашние настойки. Клюква, черная смородина, лимонная, хреновуха. Я надеюсь, это не ругательное слово. И перцовка. Ну, собственно, безалкогольные напитки, кофе, домашний чай. Пожалуйста, смотреть, не пересмотреть, пить, не перепить, как говорится. После того, как вы насладились интерьером, отдохнули, посидели на роскошных мягких диванчиках, увидели эту невероятную незабываемую барную стойку, выпили все, что можно было выпить, угостили свою барышню бутером со шпротами, сами съели всю селедочку, корюшку и жарешку, самое время пойти потанцевать. Нет, музыка.
Ну что ж, друзья, прийти, отдохнуть, расслабиться, утонуть в этих невероятных, мягких, комфортных диванах, покушать бутеры со шпротами, выпить винишко, отдохнуть и потанцевать по пятницам и субботам вы можете в заведении «The Kabak».